Мы как-то это дело показывали, торговые ряды на автомобилистов. Вот. В то время здесь не было автомобильных гигантов. Ну, в смысле, не автомобильных гигантов, тех, кто занимается вашими машинами. Вот. Но, тем не менее, потихонечку туда начали приезжать. Сейчас расскажу дальнейшую ситуацию. Кто сюда приезжает? Вот. По сути, в городе Магнитогорске есть несколько таких заведений, которые торгуют машинами. В смысле, не машинами не торгуют, они торгуют запчастями. И все типа решили сюда приехать. Типа здесь будет круто. Круто бывает, но круто только у тех, кто дружит с телевидением. Так вот, никто более, чем магазин «Форсаж» с телевидением не дружит. Вот. Вот поэтому и результат. У магазина «Форсажа» все супер, а у других да никак. Вот. Мы сюда заехали зачем? А мы сюда заехали за тем, что магазин «Форсаж» вам предлагает не только резину и колесные диски. Магазин «Форсаж» полностью вам показывает, как вы можете жить. И естественно результат. Где вы можете себе купить и масла, и все остальное? Да естественно в магазине «Форсаж», павильон номер 72. Торговые ряды на автомобилистов. Так вот, мысль у нас такая. А давайте пройдемся по магазину, в котором все есть. Все, что производится в отечестве. В смысле, на чем можно перевезти пассажиров. А если вы всего этого не увидели в «Форсаже» на автомобилистов, то не отчаивайтесь. «Форсаж» на рынке на автомобилистов заточен под другое. И вы, конечно, можете купить себе фильтра, масла и приспособы, но все по сути для иномарок. Но зато по цене. Реально. Каков вам смысл внедрять аренду? Да никакого! Какой смысл вдувать цены? Тот же! И вот когда-то кто-нибудь скажет про качество, а я его и поддержу. Отечество – это уже совсем не то, что было 15 лет назад. Шикарная резина и отвинтецкие масла. Если честно, большое количество масел западных производится в России в том числе. Шелловские масла производятся в России. Мобиловские масла производятся в России. Вот. И много остальных, а Total тоже производится в России. Поэтому говорить о наценках на масло, это не про нас, понимаете? Когда вам начинают втирать, вы поверьте, что покажите мне эти масла и скажите, а это масло в России делается, а это в России делается, а это в России. И вы поймете, что у человека как-то все это не очень хорошо случается. Но тем не менее, и надо понять, что если люди приходят в Россию разливать здесь свои масла, то и наши масла ничем не хуже. А тогда зачем платить больше, когда есть «Лукойл», когда есть ТНК BP, когда есть «Газпром», они также производят супер замечательные масла. Я вам еще раз говорю, не платите больше, платите за то, что вы заливаете. А заливать можно чуть-чуть чаще, потому что то, о чем говорят и проезжают по вашим мозгам, это не есть гуд. Дело в чем заключается? Мы работаем в достаточно суровых условиях. Зима минус 40, лето плюс 50. Представляете, 100 градусов. Так вот, для того, чтобы ваша машина нормально ездила, необходимо менять масла каждые 5000 километров, либо 3000 майлзов. А теперь плавненько переезжаем в Агаповку. И понять-то надо, что вся Агаповка рано или поздно заезжает в «Форсаж». И, пожалуй, главный пункт – цена. И ни один житель Агаповского района, как и житель Нагайбакского, никуда не едет, и тем более в «Магнитку». В «Магнитке» цены бешеные, а здесь нет. Колеса, масла и комплектующие детали, если честно, не каждый магнитогорский магазин похвастается таковым. Я просто часто бываю и объясняю, что за сумму покупки в «Магнитке» вы в «Форсаже» наберете в два раза дешевле точно. Так что, господа, для севера «Магнитки» «Форсаж» на рынке на автомобилистов, а все, кто южнее, доедьте до Агаповки и подивитесь. Это, конечно, понятно, да? Но тем не менее, наши сюжеты стоят определенных денег. Поэтому уж извините, я не буду вам показывать то, чего вы мне сказали, что дядя Лёша продался. Нет, не получается. Поэтому то, что мы вам показали, это было в городе Магнитогорске. Теперь мы показываем то, что делается в Агаповке. И это те же самые цены. То есть, господа, жители Агаповского района, ехать в Магнитогорск вам не надо. Приезжайте на Агаповский центральный крытый рынок, улица Школьная, 11/1, я не помню здесь. Вот. И магазин «Форсаж» покупаете супер резину по весьма недорогой цене. Вопрос, как заработать на автомобильном рынке Магнитогорска, решается просто. Выбираются самые дешевые запчасти. По сути, БУ во втором или в третьем чтении. В
стираются цены, как за новые, и у вас и дом, и дача, и крутая машина. А здесь все по-другому. Не хотят агаповцы краснеть перед клиентами. Во-первых, таких меньше, чем в Магнитке в сотни раз. Во-вторых, каждый следующий крендель сразу поймет подмену. И подумайте, горожане, где нормальный товар? Видали такое на наших рынках? Ну, видайте и дальше. Нормальный человек поедет в Агаповку. Крупнее, чем здесь, и магазина «Форсаж» не существует. Вы это видели? А теперь посмотрите про цены. Цены, да, супер дешевые. И, кстати, и на колеса в том числе. То есть, если вы можете сюда приехать с Магнитогорска, пожалуйста, приезжайте. Если не получается, а вот вам, пожалуйста. Демонстрация. Лукойловская. 4 литра. 400 рублей. Ну, это не дорого ли? До копейки. А ведь, по сути, то же самое и в Наровчатке. На селе дивная магнитогорская фигня не пройдет. Купил каку, как и отвернется. И будет это быстро. Так что нашинским покупателям проще и грамотнее приехать на село. Часть такого прямо рядом с Магниткой. Другая часть чуть далее. Кстати, вопрос, который беспокоит всех. А что будет, если машина ломанется по дороге? Ну, по крайней мере, на юге Челябинской области мы понимаем, к кому обратиться. Сеть такая есть. Магазины «Форсаж». Так что, по сути, вам никуда ходить-то и не надо. Потому что у вас есть магазин «Форсаж». Магазин «Форсаж» работает для магнитогорцев в Магнитогорске, на строительных рядах, на автомобилистов. Ну, там, естественно, он работает и в Агаповке, и, естественно, он работает в Фершампенуазе. Вот здесь, вот на улице Труда. Просто покупайте себе все, что нужно, и продолжайте ездить, потому что цены-то невысокие.